Привет, друзья! Приветствую вас на моем канале. И сегодня у нас распаковка посылки из Китая. Всем вам известны такие площадки, как 1688 и Taobao. Но они, к сожалению, оптовые. И нужно заказывать на них через посредника. Посредник также берет плату за свои услуги порядка там, 5-10%. Но совсем недавно появилась возможность заказывать на этих площадках товары в розницу. Появился сервис, который сейчас активно развивается в России. Он называется East Mobile, на котором я, кстати, заказал себе несколько пар, точнее, 5 пар кроссовок. И сейчас мы с вами на них посмотрим, расскажу, сколько это все стоило и вообще процесс покупки. Ну что, начнем наш обзор, нашу распаковку. Давайте возьмем первую пару. Вот в такой вот коробке пришли кроссовки. Все кроссовки пришли, кстати, в своей индивидуальной коробке, что, мне кажется, очень круто. Вот, открываем первые. Посмотрим, что тут у нас. Так, тут все бумажки. Угу. Это кампусы, друзья. Вот такие вот кроссовочки. Я заказал, сразу скажу, два размера, на всякий случай, потому что, как вам известно, китайцы всегда маломерят, и поэтому я заказал два размера. Одни оставил себе, они мне подошли, а эти моей жене. Вот, что по качеству. Нормальные кроссовки, что-то типа замши, наверное. Нигде клей не торчит. Подошва. Ну, такая средняя, не жесткая, не мягкая. Ну, нормальная по качеству кроссовки. В общем, стоили они порядка 850 рублей. Вот такие вот кампусы. По-моему, совсем неплохо. Давайте посмотрим, сколько они стоят на ВБ. Я вот специально открыл уже. Так, какой код? 24? 19? Нет, 19, 24. Да, давайте посмотрим, сколько они стоят на том же Валберес. Я открыл подобные кроссовки. Естественно, здесь это тоже реплики. Короче, кампусы на Валберес стоят порядка 2,5, ну, 2200, 2300, 2600. Вот если видно цены. Ну, а эти стоили 850. И, по-моему, это совсем неплохо. Экономия как бы налицо. Так, ладно, убираем. Достаем следующую пару. С этим все. Так. Еще одна пара кроссовок, тоже коробки. Посмотрим, что тут. Тоже все бумажечки. Так. Вот такое чудо. Стильно выглядят на самом деле. Но они легенькие, легковесные. Динью. Звездочки такие. Ну, подросткам, я думаю, вообще супер будет. Там какому-нибудь молодому парню или девчонке. По-моему, класс. Эти стоили еще дешевле. По-моему, 750 рублей. Вот эти кроссовки. Ну, какой-то кожзам, скорее всего. Здесь на липучке. Тоже, что прикольно, мне кажется, выглядит очень. Ну, стильно, стильно. Поедем, поехали дальше. Я думаю, с этим все понятно. Так, что у нас тут еще? А, вот. Как вы думаете, что тут? Наверняка многие уже догадались. Здесь, ребята, вансы. И вансы, причем, очень классного качества. Я видел то, что здесь продают. Здесь продают примерно такое же. Ну, то есть, это, естественно, реплика. Здесь на заднике у нас на подошве тоже присутствует ванс, лайбачок. Но сделаны очень круто, тоже никакого клея, подошва мягкая, но это просто, можно сказать, один в один. Единственное, не помню, сколько они стоили. Подскажет оператор? 500. 500 рублей? Ребят, 500 рублей ванса. Но мы заказали таких две пары. Ну, естественно, показываю одну. Вот, поехали дальше. Следующую пару, с этим все понятно. 500 рублей ванса, это вообще шикарно, на мой взгляд. Так. Такая коробка у нас уже была. Посмотрим, что здесь. Здесь какие другие кроссовки, естественно. Так. А, ну здесь тоже кампусы, только серые. Вот эти кампусы мои. Еще раз повторюсь, все прошито нормально. Везде строчка ровненькая. Ну, какая-то типа замша. Ну, посмотрим, сколько будет носиться. Может быть, в дальнейшем сниму отдельный ролик, где расскажу вообще, как это все носится. Вот, а так супер кроссовки. Реально, стиль. За 850 рублей, по-моему, прекрасно. Ну и следующая пара. Это последняя пара. А, ну эту модельку я вам показывал в другом цвете. То есть мы тоже заказали две, одни мне, а другие жене. Такие же легенькие,
Тут на шнуровке, здесь липучка. Динью. Подошва прикольно сделана. Ну, подошва, да, прикольная. Но они вообще стильно выглядят. Реально стильно. Не знаю, опять же, как будут носиться, но сделано хорошо. И что здесь за материалы? Какой-то, может, кожзам или что-то такое. Супер за свои деньги. 750 рублей. И такие классные кроссовки. Даже если они сезон отходят, на мой взгляд, это супер. Ну, типа, летом походить. Ну да, не жалко. Вообще. За такие бабки они вам ничего не должны. Я так считаю. Вот. Ну, в общем, вот как-то так. Это, по-моему, все кроссовки. Еще у меня один заказ идет. Там уже будет одежда. Уже заказал. Вот, дожидаюсь доставки. Ну что ж, друзья, теперь непосредственно уже о самом заказе на платформе eastmallbuy.ru. Заходим на сайт. Есть, кстати, еще один вариант. Можно скачать приложение. У кого Android, есть приложение. Для iOS, к сожалению, приложения нет, поэтому мы заказывали именно непосредственно на сайте eastmallbuy.ru. В общем, заходим мы на сайт и выбираем сразу, где мы будем заказывать, где мы будем искать товары. 1688, Taobao, либо Tmall. Мы здесь выбрали 1688 и набираем, к примеру, наушники. Нас интересует, и вот у нас открываются здесь в поисковике внутреннем наушники различные. Цены, как вы видите, тоже разные, можно выбрать подходящие для вас. Наушники, и вот они у нас сейчас подгружаются. Буквально секунду, пожалуйста, подгрузились у нас наушники. Здесь у нас получается 1028 рублей, да? И добавляем их в корзину. Но есть еще один вариант, которым пользовались мы. Мы заходим на 1688, открываем также наушники, выбираем интересующую нас модель. Вот, проваливаемся в карточку. Так, а где они у нас? Какие выберем? Так, давайте посмотрим. Ну, к примеру, вот эти наушники нам нравятся. Мы провалились в карточку. Копируем здесь ссылку на 1688 и возвращаемся обратно на платформу eastmallbuy. Вот, и здесь мы ее уже вставляем в поисковую строку. Вставляем ее в поисковую строку и нажимаем «Найти». Да, и открываются у нас эти наушники. Стоимость наушников у нас получается 288 рублей 28 копеек. Все, нашли наушники, цена устраивает. Вот, можно выбрать цвет, белый, черный, цвет кожи даже есть. Так, всего одна позиция, и отправляем эти наушники уже непосредственно в корзину. Вот, после того, как мы сформировали заказ, то есть выбрали там несколько позиций, сформировали заказ, отправляем его на проверку. Вот, отправили на проверку. Дальше, после того, как заказ проверят и подтвердят, мы его оплачиваем. После оплаты заказа весь товар поступает на склад EastBuyMall. Поступил на склад, далее мы уже рассчитываем доставку. Доставка тоже будет несколько вариантов, в зависимости от скорости доставки, естественно, будет меняться цена. Так, все достаточно просто. Оплата происходит с карты Тинькофф. Есть поддержка. Если что, можно будет обратиться, вам помогут. Ну и, конечно же, я, наверное, в свою очередь тоже запишу отдельное видео, пошаговую инструкцию, как заказывать товары. Друзья, подведем итоги. На мой взгляд, отличный сервис, достаточно удобный, простой интерфейс. Оплата карты Тинькофф, товары напрямую из Китая. 1688, все мы этот сайт прекрасно знаем. Куча товаров, электроника, одежда, обувь. Товары для животных, автозапчасти. Я даже там для своего автомобиля, например, расходники какие-то присмотрел. Ну, допустим, фильтр воздушный. На 1688 он стоит 8 юаней. Это порядка 150 рублей. То есть 150 рублей. Такой же фильтр здесь я покупал за 1200. Это, по-моему, очень неплохая такая экономия получается. И к тому же сервис eastmallbuy дарит каждому вновь зарегистрированному пользователю ваучер на $200. На оплату доставки. Это, по-моему, просто замечательно. Если есть какие-то вопросы, вы всегда можете задать их в поддержку, вам всегда помогут. Также я создал телеграм-канал, закреплю его в шапке профиля. Можете переходить в мой телеграм-канал, задавать мне туда вопросы, я буду там публиковать все свои покупки. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр.